сцене Дома молодежи поселка Горки Вторые выступают взрослые и детские коллективы, звучат патриотические песни. Эстафета «Салют Победе» продолжается. Что хочется сказать, что мы вот эти символы победы, знамя, наганы, подлинное письмо, поставим у себя в красном углу в лучшем доме культуры нашего управления в Ершово. И две недели до 15 апреля будут проходить различные мероприятия. Оборона Тулы продолжалась 42 дня. В ходе подготовки к эстафете юные жители Горского собрали много информации о событиях этого периода Великой Отечественной войны. Историческая правда важна для молодежи. Есть Родина, Россия, которую надо любить и защищать. И должны это все знать с молоду. Поэтому сегодня в зале находились воспитанники детских садов, воспитанники обучающихся школы. Поэтому любить Родину надо всегда. Символы восьмого этапа эстафеты торжественно передали из Горского теруправления в Ершовское. Школьникам, воспитанникам детских садов предстоит многое узнать о городе-герое Туле, его мужественных жителях и защитниках. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».